Как идеально отполировать туфли? Шаг первый. Подготовка. Подготовьте рабочую поверхность. Снимите шнурки. Вставьте внутрь распорку или газету. Шаг второй. Чистка. Сбейте пыль, грязь и соль щеткой из конского волоса. Нанесите седловое мыло при помощи мягкой ткани. Оставьте подсушиться перед следующим шагом. Шаг третий. Обработка. Используйте чистую ткань, чтобы нанести кондиционер. Это защищает кожу от высыхания и трещин. Оставьте на 20 минут пропитаться. Шаг четвертый. Полировка кремом. Используйте кисточку. Крем питает кожу. Размажьте по всей поверхности. Отполируйте щеткой. Шаг пятый. Полировка воском. Оберните ткань вокруг двух пальцев. Затем круговыми движениями наносите воск. Воск дает дополнительную защиту и блеск. Оставьте на пару минут подсохнуть. Возьмите щетку из конского волоса и хорошенько отполируйте. Шаг шестой. Мокрая полировка. Возьмите немного воска и пару капель воды. Вотрите воск в носок. Повторите этот шаг несколько раз, пока не увидите свое отражение.